Ребятки, всем привет-привет! Сегодня я буду готовить вот такую кобру. Вырви глаз или змей Горыныч, кто как называет. Итак, начинаем готовить. Ребятки, готовится очень легко эта приправка вырви глаз. Я уже здесь, видите, начистила острый перец. Берем перчик, отрезаем плодоножку, разрезаем вот так. Немножко делаем операцию, животик разрезаем, вытаскиваем семена. Это потом все помоется, отмоется. И все, очень легко. Но нужны вот такие перчатки. Видите, у меня перчатки такие специальные для огорода. Вот раз, и все, очень быстро чистится. Все, сейчас начистим, прокрутим помидорки, соединим. И у нас получится острая-острая приправа. Видите, семена все всплыли, которые там внутри остались. Все нормально. Накрутил мне здесь Валера помидорок. И заодно вот хрена сейчас накрутим. Перца. В общем, все-все-все одели пакетик на мясорубку, чтобы хрен не ел глаза. И сейчас все перекрутим. Готовлю, ребятки, охреновушеньку, очень легко и просто. Наверное, и вы также. Берем пищевой таз, пластик, солим пищевой солью неодированной по вкусу. И добавляем вот молотый хрен. Мы уже тут промололи, вот видите, я показывала на мясорубочке. И все сюда. На литр томата 2 таблетки аспирина. Все на сутки. Почаще помешиваем. И потом разливаем уже по банкам, по бутылкам и пластмассовыми крышками в холодильник или в погреб. В тепле забродит, закиснет. Вот такой вот у меня простой рецептик. Присаливаем по вкусу. И все, хрен сюда же вываливаем. Нашу помидорку. Наш томатик перекрученный. Все, перемешиваем. Желательно пользоваться пластиком. Вот. Или нержавейкой. Ой, в глаза сразу как пальнуло. Ох, искаженно будет приправка. Можно горький перец сюда добавить еще. Я, наверное, сюда добавлю. Мы сейчас перекручивали. Обычные таблетки с аптеки. Копеечная цена. Все, 2 таблетки на литр. У меня здесь 5 литров. Я добавлю 10 таблеточек. Сейчас пока 5 размешаю, потом еще 5 добавлю. Растворяется очень быстро и легко. Но надо постоянно помешивать несколько раз в день, пока все-все здесь не соединится. Все будет стоять целый год, не забродит. Но только нужно в холодное место обязательно поставить. Все, наша хреновушенька готова. Готовим кобру. Выливаем томат. Сюда же перекрученный горький перец. Все соединяем, перемешиваем. Присаливаем по вкусу. И сейчас проварим 5 минут. Все, ребятки, закипело. 5 минут поварилось. И начинаем разливать по маленьким баночкам. Я буду разливать, потому что это очень, очень острая приправа. Я даже пробовать ее не буду, иначе у меня язык сгорит. Я не сказала, крышечки и баночки обязательно стерилизуем. Все, закрываем. Сейчас, подождите, горячо. Закрываем все. Крепенько, накрепко. Вот так. Все, наш змей Горыныч готов. Подписываю, что острая. Хорошо, эта приправка идет к мантикам и к лагманчику. Да и так, на хлебушек, кто любит остренькое. Очень-очень даже здорово. Кобра, вырви глаз. Или змей Горыныч. Кто как называет. Все, готово. Накрутили. Всем вам тоже вкусных-вкусных заготовок. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии, ставьте лайки. Пока-пока.